Привет, друзья! Сегодня 22 ноября, пятница. И пятничная реклама. 40% скидок во время черной пятницы представляет booking.com. В партнерстве с программой Travel Payouts. Они как бы потом, вот эти ошибки будут периодически выскакивать, не обращайте на них внимания, извиняюсь за них. Они потом. Сейчас расскажу вообще об условиях черной пятницы. Акция стартанула 2 дня назад, 20 ноября. И каждый день до 26 ноября будут на специальной странице выскакивать предложения, выскакивать специальные промокоды. На эту страницу мы сейчас перейдем. Под этим видео эти промокоды будут указаны. И, соответственно, будут указаны компании, где вы можете ввести эти промокоды. Черехапа. Для того, чтобы страховку себе приобрести, если едете за рубеж. Черехапа – самый классный сервис для сравнения как бы страховых компаний. Периодически сам покупаю или покупаю, подождите, вот пункт 4, 5 сверху, в Trip Insurance. Trip Insurance – там, по-моему, одна или две страховых компании, но очень надежные. Скидка 31%. Уже промокод имеется. Далее, Level Travel. Это тур-компания, которая продает туры от 20 минимум туроператоров. Ссылка есть, скидки до 10 тысяч рублей. Круто. Трипстер. Экскурсии. Пока нет промокода, ждем. А где ждем? Ссылка будет выше. Суточная аренда посуточная. Никогда не пользовался. Не могу прокомментировать. Travelata. Такая же компания, как Level Travel. Пока нет промокода. Kiwi Taxi. Для того, чтобы заказать трансфер в аэропорт из в любой стране, приедет человек с табличкой и заберет. Вообще интерфейс чисто русский. И Dream Sim. Это мобильная сим-карта, которая даже может быть не физическая, если у вас iPhone с поддержкой eSIM. Поэтому можете приобрести и пользоваться интернетом по мегабайтно и связью в любой стране по очень таким усредненным тарифам. Нельзя сказать, что низким. В России это будет дорого, наверное, да. Но если в среднем путешествовать по зарубежу, то будет классно. Скидка 90%. Ну, бомба, короче. Промокод ниже. Итак, страница, где будут появляться другие компании. Вот она. Она также под видео. Здесь всего лишь нужно ввести свою почту, что я и сделал. Или там зайти через Facebook, через Google аккаунт. Дают ОКО, нас не особо интересует. Годовой запас путешествий будет разыгрывать Анфиса Чехова 27 числа в прямом эфире. Видимо, дадут ссылку. Еще есть какие-то другие компании. А вот, кстати, SkiPass, может, кому-то будет полезен. Для того, чтобы на Розах Хутор покататься подешевле на 10%. Насчет Черехапа сказал, Level Travel сказал, Trip Insurance сказал, Dream Sim сказал. Вот еще Ингострах имеется на 20% ниже. Ренессанс будет скоро, Radisson Hotel скоро, Альфа Страхование скоро, Kiwi Taxi то же самое говорил, Travelata говорил, Суточно.ру говорил и Tripstel говорил. Вот. Еще они какие-то дают коды MyBook. Не знаю, что это такое. Сникер. Это обувь. Philips. Клиник. Ока. Но это уже не имеет никакого отношения к travel-тематике. Я думаю, запихнули до кучи. Нужно только ввести свою почту. И нажать «Да». Потом Анфиса Чехова все разыграет. Через 5 дней, что ли, получается, и 8 часов произойдет прямой эфир. Итак, я почту указал и нажал «Да», и вы тоже можете это сделать. Итак, сейчас я вам расскажу еще один момент, как можно зарабатывать на этой партнерке. Для этого у меня есть отдельное видео, вот в конце примечания. Вы можете не только экономить,
Для этого регистрируйтесь по ссылке, вот она ниже. Сейчас пробую выделить, на самом деле. Вот она. Переходите, регаетесь и получаете доступ в ваш кабинет на сайте travelpayouts.com. Вот. Вы можете приглашать других ребят. Вот видите, сколько у меня уже баланс. Это как бы кэшбэки, заработок. Можно посмотреть, сколько мне денег пришло по месяцам. Вчера ничего не было, наверное. В октябре сколько было. В октябре немного. Итак, ваш профиль здесь, да. У вас свой уникальный ID, который вы будете подставлять свою ссылку. Вот, у меня 16.016. И можете приглашать людей. У меня сейчас как бы приглашенных несколько людей. Ведь даже 2016 года начал приглашать. Но пока они не пользуются преимуществами этой программы. А я, честно, сэкономил. Ну, косарь баксов точно. Может, даже больше. Тут в разделе «Финансы» можно все посмотреть по-честному. Вот. Баланс и все транзакции. В основном я покупаю билеты на авиасейлс. И мне приходит назад, по-моему, до 4% или до 3%. Не буду врать. Но у каждой программы партнерской свои условия. Также есть booking.com и, видимо, на 27 ноября будет распродажа, которая дает вам экономию в 40%. Или, может быть, уже. А вообще-то да, вы просто регаетесь, и вам приходит возврат денег с максимальной комиссией. Соответственно, это ваши 40%. Перешел на вкладку «Выплаты». Кстати, вот они, мои выплаты. Ну, суммарно не показывается информация. Деньги мне падают на PayPal. Можно какие-то другие реквизиты указать вашего банка. Так, и программы, которые только что озвучены, как ими пользоваться. В принципе, есть все видео, вот в этом видео. Рассказал, как это сделать, и ссылка, да? Под этим видео будет ссылка на другое видео. Либо смотрите, что я сейчас делаю. Берем Booking сайт, ну как бы название компании, ищем, нашли. Далее жмем на кнопочку «Инструменты» под логотипом, нажимаю. Если для вас быстро, вы нажмите на паузу. И смотрите, есть такое поле «Готовая ссылка». Вот эта готовая ссылка, это ваша ссылка, если по ней откроете сайт. Вот так я сделал, открыть. Переход будет сейчас на booking.com. Но уже бронируя все объекты, к вам будет приходить комиссия. В этих условиях по букингу 4%. Чтобы получать 9%, посмотрите вот это видео. Я сейчас покажу, да, вот смотрите. Я тут показал совет, как получать 9%. Это в другой программе, если вы будете пользоваться Tinkoff Travel. На этом все. Я надеюсь, было все полезно. Поставьте под обоими видосами мне лайк, подпишитесь на канал и колокольчик нажмите, чтобы вам приходили другие уведомления. Будете экономить вместе со мной. Покидос, друзья. Давайте путешествовать.